Всем привет, ловите очередной топ товаров с AliExpress, из которых я могу поспорить, вам точно что-нибудь понравится. Покупая дорогую вещь, которая к тому же нам очень нравится, мы стараемся заботиться не как о золотом слитке, даже аккуратно стирать, но какая же стирка без специальных средств, а иногда в дело идет даже химия, портящая текстуру ткани. И если вы не хотите испытывать судьбу, Dolphy станет настоящим спасением. Устройство, напоминающее кусок мыла с торчащим шнуром, представляет собой средство для очистки одежды без применения химии. Оно использует ультразвуковую технологию, уничтожающую всевозможные пятна на одежде. Все, что требуется от человека, положить одежду в воду, добавить обычный стиральный порошок, а после опустить Dolphy и включить его. Дальше будет происходить настоящее чудо. А это классное устройство способно быть портативным аккумулятором, таймером и часами. Заряжать им можно как смартфон, так и MacBook или, к примеру, Nintendo Switch. Кроме того, капсула отличается еще и своим киберпанковским прозрачным дизайном. Кроссовки, наверное, самая комфортная обувь для любых дел, даже строительства. Однако, находясь в них на стройке, всегда рискуешь случайно наступить на какой-нибудь завалявшийся гвоздик и серьезно поранить ногу. В то же время никто не отменял кроссовки повышенной прочности, хоть визуально они такими не кажутся. Они выдерживают высокие температуры и защищают ноги не только от ранений с внутренней стороны, но и внешней. Иначе говоря, если поставить ногу под колесо машины или уронить кирпич, ничего не будет. Признаться честно, я хоть и доверяю китайцам, но проверять не очень хочется. А об этой вещице мечтает не только каждая юная девочка, но в принципе любая девушка, любящая милые штукенции. На ваших экранах мини-телефон Hello Kitty. Несмотря на игрушечный и такой достаточно детский вид, с него можно звонить или отправлять сообщения, чего уже с головой достаточно. Однако на этом функции не заканчиваются, здесь также предусмотрена камера, а еще можно слушать музыку. К слову, наушники идут в комплекте. На удивление, динамики тоже не самые плохие, получше многих колонок будут, хоть и не такие громкие. Стандартный набор приложений вроде будильника, калькулятора, календаря тоже имеется. Наверное, каждый человек мечтает наполнить свою комнату, свое любимое местечко теплотой и уютом. В этом деле, как ничто другое, поможет лампа, имитирующая закат. Она достаточно компактна и имеет вращающуюся головку. Таким устройством делать фотографии одно удовольствие, в чем стоит отдать должное направленному потоку. При оформлении заказа можно выбрать как модель, светящуюся одним цветом, так и RGB. Во втором случае в комплект включен и пульт, а также есть возможность контролировать свечение с помощью смартфона. Да, кстати, на AliExpress скоро распродажа, и это отличная возможность сэкономить. А чтобы сэкономить еще больше, предлагаю вам воспользоваться кэшбэком Мегабонус. Для этого вам нужно зарегистрироваться на сайте. На главной странице вы найдете магазины с повышенным кэшбэком. Прямо сейчас есть М-видео, где можно вернуть почти 23% с покупки. Но поскольку впереди самая длинная распродажа на AliExpress, то Мегабонус будет давать самый большой кэшбэк на покупки, и активируется кэшбэк на сайте очень просто. И да, распродажа скоро начнется, поэтому нужно успеть закупиться товарами, пока они есть в наличии и цены не подняли. Мегабонус даст самый крупный кэшбэк в интернете на покупки с Али. Я тоже планирую закупиться на начале, потому что если закупиться позже, можно очень долго ждать свою посылку. Да, кстати, еще в Мегабонус есть программа лояльности, и чем выше уровень в программе лояльности, тем выше кэшбэк. Переходите по ссылке в описании или по QR-коду, который вы видите на экране. Промокод на повышенный кэшбэк активируется только при переходе по ссылке внизу или по QR-коду. Так что успейте им воспользоваться. Так, давненько я не пылесосил своего пса. Ладно, давайте я все объясню, а то подумайте, что я какой-нибудь злодей. На самом деле речь идет о специальном инструменте, очень напоминающем пылесос. У него есть слабенький мотор, а также контейнер, куда попадают частички шерсти. Однако стоит понимать, что подойдет такое устройство не каждому животному, но его польза очевидна. А это массажная подушка, незаменимая вещь для водителей, людей, работающих за компьютером, спортсменов, а также любителей расслабиться после тяжелого трудового дня. Она подойдет для любых зон шеи, ног, рук, спины. Что сильнее болит, то и разминайте. Судя по отзывам, эффект есть. Другой вопрос в том, устроит ли она конкретного человека.
Некоторые люди настолько берегут свой смартфон, что покупают защиту не только на заднюю панель, но и для камер. Она представляет собой маленькую накладочку, создающую дополнительный слой. В случае, если телефон упадет на землю задней частью, то накладка примет основной удар на себя. Однако стоит учитывать, что 100% защиту ничто не гарантирует, и пинать устройство как футбольный мяч, конечно же, не стоит. Забыл добавить, что такая накладка еще и светится в темноте. По-моему, интересный эффект. А это рука-хваталка, занятная игрушка, добавляющая 40 см к длине собственной руки. Она может хватать и поднимать не особо тяжелые предметы, используется как реквизит для игр или же чесалка для спины. К слову, именно так я о ней узнал, когда был в гостях у своих знакомых. Помимо руки есть и стандартные захваты, но они менее функциональны. Как по мне, интересная вещичка. Ручки. Интересно, сегодня вообще можно встретить что-нибудь обычное без современных наворотов? Кажется, нет, даже ручка и та с фишкой. Это ручка, которой не нужна ни бумага, ни специальные коврики для электронных ручек, ни даже дисплей. Подойдет любая поверхность, хоть рука. Текст или рисунок автоматически и мгновенно будет отображаться на экране смартфона. На очереди пресс для котлет. Очень полезная находка для любителей домашних бургеров. Он значительно ускоряет процесс приготовления котлет и делает их аккуратными, как в дорогих кафе. В комплекте приходят разные насадки, отличающиеся размером. Кто сказал, что девушки не умеют орудовать инструментами? Вокруг столько рукастых дам, что для них придуман даже специальный розовый набор инструментов от WorkPro. Он включает в себя молоток, кабельные стяжки, плоскогубцы, рулетку, пузырьковый уровень, гаечный ключ, отвертку и другие полезные в быту инструменты. Комплект получился внушительным, согласитесь. Следующее изделие окажется полезным для людей с креативным подходом к приготовлению блюд. Это спиральный нож, он вкручивается в овощ или фрукт, подобно открывалке для винных бутылок, и превращает серединку в симпатичную завитушку, которая станет настоящей изюминкой обеденного стола. А сейчас речь пойдет об очень-очень противной игрушке, поэтому я прошу всех тех, кто кушает, отложить тарелку с вилкой в сторону хотя бы на минуту. Это Spot Popper, антистресс, где нужно давить прыщи. Игрушка состоит из мягкого носа и натурального масла, которое нужно заполнить поры. Должен признаться, что несмотря на свой отталкивающий вид, антистрессы правда работают. Думаю, любителям что-то подавить на своем лице точно зайдет и даже поможет избавиться от этой вредной привычки. Если верить статистике, мы отвлекаемся от своего дела в среднем каждые 3 минуты. И казалось бы, 3 минуты, что в этом такого? Ничего, если не думать, что в год стабильно теряется как минимум 1 месяц. Именно поэтому умение фокусироваться на конкретной задаче – невероятно полезный навык, который нужно прокачивать. Но как сохранить внимание в эпоху современных технологий, когда так и хочется что-нибудь полистать или посмотреть? В этом деле поможет Фоки. Он использует в своей работе относительно простую концепцию. Девайс размещается на поясе и начинает фиксировать небольшие движения диафрагмы при дыхании. Эти движения, как показали ранее проведенные исследования, тесно связаны с когнитивным состоянием человека. Звучит сложновато, согласен. Если коротко, как только у вас рассеивается внимание, устройство издает тихий звук, заставляя опомниться. В приложении можно посмотреть отчет за день, чтобы сделать выводы на будущее, а также получить советы, как оптимизировать ментальную работоспособность. Готовы увидеть пушечку. Это полностью прозрачный рюкзак с внутренней подсветкой. В вечернее время его содержимое превращается в художественную иллюстрацию. Конечно, много в нем не унесешь, но вот какие-то там книги и не особо большие предметы очень даже. Да и для подарка вещь обалденная. Отправляясь в путешествие на велосипеде, важно прихватить с собой пару-тройку полезных инструментов, с помощью которых можно быстро и качественно устранить неполадки. Однако, согласитесь, далеко не каждый станет тащить целую сумку весом в несколько килограмм. К тому же не факт, что вообще что-то пригодится, это ведь больше для страховки. Лучшей альтернативой множеству тяжелых инструментов будет мультитул. И этот точно подойдет. Он объединяет в себе 26 функций. Изделие складывается в легкий, состоящий из двух частей корпус, и приходит вместе с чехлом для переноски. Этот мультитул включает в себе набор шестигранников, отвертки, накидные гаечные ключи, универсальную выжимку цепи, спицевые ключи, открывашку для бутылок и другие полезные штуки.
а это ручка Multitool, компактный инструмент, которому всегда найдется применение в быту. Он прячет в себе 4 самые распространенные биты небольшого размера, так сказать, на любой случай жизни. Когда нужно что-то подкрутить или отремонтировать, обращайтесь к нему. Внешнее изделие тоже смотрится достойно, сочетание черного с оранжевым, а также мощный корпус дают о себе знать. Знали ли вы, что экран смартфона в 10 раз грязнее, чем сиденье унитаза в общественном туалете? Думаете, я шучу, а вот и нет, это доказанный факт, так как люди всегда носят с собой смартфоны даже в тех ситуациях, когда в этом нет особой необходимости. Неудивительно, что экран кишит бактериями. К счастью, существует несколько способов защиты от болезнетворных микробов, в числе которых регулярное протирание экрана. Присмотритесь к такому компактному пузырьку, он объединяет в себе и емкость для заполнения чистящим средством, и специальный материал, не оставляющий после себя разводов. Подойдет такая штукенция не только для смартфонов, но и для ноутбуков и планшетов. Некоторые напитки невозможно пить теплыми, они перестают быть такими же вкусными, но согласитесь, ждать как минимум час, пока они охлаждаются, тоже такое себе удовольствие. К счастью, с Juno этот процесс займет не более 5 минут. Устройство представляет собой портативный холодильник для моментального охлаждения. Эффект достигается благодаря термоэлектрическому охлаждающему двигателю, который непрерывно вращается, попутно ополаскивая емкость напитком холодной водой. Контролировать степень охлаждения возможно с помощью светодиодной панели снаружи. Она меняет свой цвет от красного до синего. Внутреннее пространство холодильника достаточно как для банки с газировкой, так и для широкой бутылки шампанского или высокой бутылки вина. Ну а если тебе понравилось это видео, то обязательно ставь лайк, пиши комментарий и участвуй в конкурсе на этот телефон. Итоги будут после 1000 лайков.